Это еще что такое? Черт, ракета! Держитесь! Вся еще жив. Вставай. Давайте. Нам нужно торопиться, пока не прибыли поисковые отряды. У нас потери. Полсон и оба пилота мертвы, сэр. Зараза. Ладно. Зона посадки не так далеко. Выходим. Но ему нужно время, чтобы добраться до вас. Прием. Вас понял. Конец связи. AC-130, да? Давно я на таком не летал. Никому не высовываться. Проблемы нам не нужны. Сэр, с севера приближаются машины. Под мост, быстро! Выходим! Стойте! У нас гости! Что здесь происходит? Вам чего нужно? Не надо разыгрывать из себя идиота! Мы знаем, ты их где-то прячешь. Прячешь? Кого? А у тебя о чем мы вообще? Ладно, прикончим этих ублюдков, пока они старика не убили. Слишком тихо. Черт, куда они подевались? Наверняка они сменили позицию. Пытаются отрезать нам путь где-нибудь впереди. Всем быть начеку.
дальше. Быстрее! Вижу врага! Нас засекли! Открыть огонь! Ответный огонь! Переходим через поле!
капитан Прайс. В амбаре стингеры. Шоу! Хватай стингер и стреляй по вертолету! Быстрее! Ракеты. Не так все будет просто. Соу, хватай еще один стингер и открывай огонь! Устроим ему проверку! Черт, молодчина, Соу! Отлично, Соу! Все ко мне! Выдвигаемся! Внимание! В ваш квадрат входит AC-130. Конец связи. Б-6, говорит боевой молот. Жду сигнала. Слышал, вам нужна помощь. Приказывайте. Боевой молот, опасная ситуация. У противника бронетехника и пехота. В 100 метрах к юго-западу от нашей позиции. Прием! Вас понял, снижаюсь. Вам лучше поспешить. Вас понял, боевой молот! Черт знает, что творится, дружище! Так,